В Ненецком округе уже шестой год подряд реализуется проект «Культурные каникулы». В его программу входят образовательные мероприятия, направленные на организацию активного досуга детей в летний период. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. Под звонкий смех и с веселыми танцами на площади поселка Искателей прошел детский праздник «Улыбнись, планета» в объективе лета, посвященный Международному дню защиты детей. Сегодня у нас проходит большой детский праздник, в котором мы открываем региональную акцию «Культурные каникулы». Клуб «Созвездие» является постоянным участником данной акции, и у нас проходит очень много разных мероприятий, мастер-классы, игровые программы. Мы стараемся делать очень интересными, интерактивными, чтобы детям было интереснее. Вот, поэтому ребята с удовольствием посещают данные мероприятия. Помимо концертной и игровой программы, на протяжении всего праздника детей развлекали аниматоры, а также работали патриотические, спортивно-игровые и творческие площадки. Воспитанники Искательского детского сада активно принимают участие в проекте. Ребята хорошо посещают все мастер-классы и участвуют в творческих конкурсах. Мы сегодня с нашими воспитанниками празднуем День защиты детей. В рамках регионального проекта «Культурные каникулы» мы активно взаимодействуем с Домом культуры «Созвездие», посещаем различные мероприятия, мастер-классы, и вот сегодня с радостью принимаем участие. Проект за 6 лет существования обрел популярность среди молодого поколения Ненецкого округа. Дети активно посещают все мероприятия, тем самым повышая свой творческий уровень развития. Вам нравится сегодняшний праздник? Да, очень классно, очень нравится. Вот хотим на аквагрим сходить, чтобы нам нарисовали что-нибудь. Мастер-классы участвовали? Бывало в детстве. В рамках акции «Культурные каникулы» Дворец культуры «Арктика» проведет мастер-классы по созданию мультфильмов и фотографии, проведет интерактивную выставку техники МЧС и покажет мультфильмы. А в этнокультурном центре Ненецкого округа пройдут веселые посиделки, национальные турниры, интерактивы по изготовлению кукол и познавательные игровые программы. Это региональный проект «Культурные каникулы», который мы внедрили в округе в 2016 году. Этот проект поддержали все учреждения культуры, и вот на сегодняшний день, в летний период времени, мы активно реализуем этот проект во всех муниципальных образованиях. Идейный вдохновитель и первый куратор мероприятий проекта Елена Вергунова, директор этнокультурного центра. «Культурные каникулы» продолжают свою социально значимую работу. В поселке Искателей пройдут спортивные акции, уроки по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. Все это доступно для нашего подрастающего поколения. Василий Хатанзийский, Антон Выдряков, телеканал «Север».